Могут ли демоны влиять на мышление? Они это делают постоянно. Можно ли отследить такое влияние? Ну, не только можно, но и нужно. Это задача твоей жизни. Чтобы то, что влияло на твою жизнь, тобой отслеживалось. То есть тобой руководили не силы извне, а тобой руководило твое сознание, твое восприятие, твоя воля, твоя свободная, чистая воля и твой чистый рассудок и глубокое понимание цели, к которой ты идешь. Это одна из важнейших задач твоей жизни, научиться отслеживать естественные процессы и ложные процессы, и отсекать эти ложные процессы. И вот именно через это вы и учитесь на самом деле. Это влияние выглядит как волны, которые эмоциональные. Он говорит, через все что угодно. И волны, и точечные воздействия, и состояние, и все что хочешь. В зависимости от того, кто на тебя воздействует или что воздействует. Это могут быть не только демоны, это может быть и среда, это может быть и пылевая структура, которая осталась от других людей. Это может быть отпечаток энергии на вещах, к которым ты прикасаешься. Может быть все что угодно. И в каждом отдельном случае это свое проявление. А бывает и практически все вместе, либо то или иное вместе взятое. Каждая ситуация, она индивидуальна. Ну, обычно демонические существа имеют свой собственный окрас, и воздействие каждого из них можно следить, поскольку они также обладают индивидуальностью. Иногда они работают вместе, тогда этих индивидуальностей больше, в любом случае они имеют определенный окрас и определенные ощущения, и их вполне реально отслеживать.